Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний шаббат, особый шаббат, это последние два дня праздника Песах начинается, который является праздником Йом-Тов. В этот день произошло рассечение Красного моря. Также в этот день, говорит Баал-Шем-То, светит особый день, особый свет, свет Машеха. Поэтому в конце, в Израиле, это в конце субботу вечером, в конце, перед выходом праздника, в диаспоре, это во второй день праздника, устраивает трапезу Машеха, которую основал Баал-Шем-Тов. Вот эта трапеза, которую мы устраиваем, потому что в этот день светит огромнейший свет Машеха. Итак, у нас есть несколько вопросов, почему именно этот шаббат связан с Машехом, с приходом Машеха, со светом, который идет от Машеха, ведь весь Песах это Геула, мы себя пытаемся ощутить свободными людьми. Вот. Также мы попробуем понять, почему рассечение вод Красного моря тоже связано с приходом Машеха. Почему это все не просто так, почему рассечение вод Красного моря мы связываем с приходом Машеха, насколько важен для нас этот, именно вот этот вот пример. И еще один вопрос, который мы хотим задать вместе с вами, почему в этот шаббат, да, мы не говорим благословение Шехиону, что Всевышний привел нас и позволил нам дожить до этого времени. То есть то, что мы говорим на что-то новое. Наверняка все понимают значимость рассечения Красного моря, насколько она важна для нас, это необычное чудо, и тем не менее мы не говорим Шехиону, что мы дожили до этого времени, а говорится, что это является продолжением Песаха, продолжением дней Песаха, которые мы сказали Шехиону в первые дни праздника. В чем же отличается первые дни праздника от последних дней праздника, почему вот такое вот отношение и почему именно связано это рассечение Красного моря, связано с светом, который мы увидим при Машехе. Итак, поподробнее мы сейчас будем с вами вместе это объяснять. Я уже говорил в разных лекциях своих известная вещь, что рассечение Красное море, оно связано с приходом Машеха. И рассказывал про это чудо. Итак, мы знаем, что еврейский народ подошел к Красному морю, Красное море расступилось, и еврейский народ пошел по суше между морем. Один из вопросов, а зачем нужно было рассечение Красного моря? И по одному из комментариев, самому важному комментарию, о котором мы говорим, что вообще, в принципе, выход из Красного моря, и выход вообще из Египта, не нужно было пересекать никакое море. Посмотрите, если мы возьмем исторически, то на протяжении еврейской истории от Авраама, когда мы читаем, никто, когда шел в Египет, не пересекал никакое море. Да, сейчас есть Суэцкий канал, кстати, о котором много так говорят в прессе сейчас, но тогда его не существовало, как говорят, и вообще можно обойти. Да, то есть, как бы, как в том анекдоте, что группа еврейских альпинистов обошла Эверест. Зачем на него подниматься, если его можно обойти? Итак, действительно, зачем нужно было рассечение Красного моря? Мы знаем, что Всевышний просто так не делает никакие чудеса. То есть Всевышний, если делает чудо, то это чудо необходимое, потому что не просто так Всевышний не разбивает законы природы. Так почему же мы говорим о том чуде, которое в принципе и не нужно было? Мало лишь того, что само пересечение Красного моря физически не нуждалось, потому что пишется, что евреи вошли и вышли практически на том же берегу. Чуть дальше, но на том же берегу. То есть практически не нужно было вообще этого пересечения. Только для того, чтобы туда зашел фараон, и он там утонул, и потом мы увидели трупы египтян, и увидели то золото, которое выкинуло на берег, и спели вот эту вот песню «Ширата Ям», которую мы говорим, которую запел еврейский народ, потом Мирьям, вот, и самое интересное, что до этого вообще не пели песню, тоже один из вопросов. Что же такое, зачем нужно Всевышнему заводить нас в это море, проводить нас посреди моря и потом освобождать нас после этого именно вот таким вот образом? Ведь Всевышнему ничего не стоит просто так взять и убрать море вообще, просто так сделать сушу. Почему нужно было, чтобы вода оставалась водою, почему нужно было вот такие вот вещи? Есть еще одна деталь, которую я тоже рассказывал, что когда евреи проходили, Мидраш описывает, что когда евреи проходили по суше, Всевышний сделал так, чтобы там же произросли деревья, выросли деревья и были плоды,
Да, эти деревья покрылись плодами, и проходя, еврейские дети отрывали плоды, их родители давали детям, чтобы они не плакали, чтобы они жили, шли спокойно вот с таким вот красивым поведением. То есть тоже вопрос, зачем Всевышнему делать такое огромнейшее чудо, да, то есть чтобы семечки за какую-то секунду произросли плоды, чтобы превратилось обратно, чтобы обратно было дерево, и чтобы могли снимать плоды. Итак, мы начнем по порядку, вернее, не по порядку, мы начнем по тематическому смыслу. Рассечение Красного моря вообще объясняет Каббала, я не буду заходить вне Каббалу, я сразу зайду в глубокие вещи, потому что немного времени остается перед праздником, да и я за рулем тоже не успеваю никак сделать этот урок. Вот, спасибо тем, кто написал комментаторы, попросили, чтобы я сделал этот урок, это произвело на меня нужное впечатление. Как говорится, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. И вот я продолжаю на эту тему, что пишется, что есть алмады из Галии и алмады из Кассии. Есть мир сокрытия, мир раскрытия. Все, что есть в материальном мире, да, что, все, что есть в мире нашем, есть в мире, то есть наверху, есть и внизу. И также в мире раскрытия есть в мире сокрытия. И также пишется, что море – это прообраз мира как раз раскрытого. Потому что, почему раскрытого? Потому что в море, все, что обитает в море, все, что обитает на, в море, оно напрямую связано с водой. То есть, как бы, оно понимает, что его жизнь без воды не существует. Мы видим, что любая вещь, которую ты вытаскиваешь, практически большинство вещей, которые ты вытащишь из воды, они погибают, потому что оно не предназначено на то, чтобы быть вытащено из воды. Оно существует непосредственно с водой. Очень интересный закон мнения, по которому они идут, а закон Торы, если там окунаешься в микву, да, если человек окунается в микву в море, и к нему прицепилась рыбка, да, такие есть рыбы, которые, они, знаете, грызут кожу, там в Израиле часто такие есть, вот, и если эта рыба прицепилась к человеку, вот, и этот человек окунается в микву, то считается, по некоторым мнениям, что все равно кошерно, потому что рыба является частью воды, и это очевидно. То есть, что рыба не существует без воды, поэтому она не является преградой, а является частью воды. Как вы знаете, для миквы нужно полностью соприкосновение с водой всего тела. Итак, получается, что мы понимаем, что все существа, которые находятся в воде, они напрямую связаны с водой и никак иначе. Да? То есть, они напрямую связаны с водой и никак иначе, потому что их существование без воды вообще необъяснимо и непонятно. Итак, мы объяснили, что прообраз в Каббале мира сокрытия, мира раскрытия – это море. И пишется, что мы находимся в мире суши. В мире суши как раз все существующие, все существа ощущают, им, они ощущают свою самоидентичность. Они считают, что, то есть многие считают вообще, что они могут существовать без Бога в отдельности, и они не чувствуют свою связь со Всевышним, потому что это мир сокрытия. Вот. И поэтому рассечение Красного моря есть прообраз раскрытия мира, когда раскрылся мир сокрытия, да, и пришел мир раскрытия, да, то есть мы прошли по воде. Что значит мы прошли по воде? Мы прошли по суше, то есть нам, мы пошли раскрытие, нам произошло раскрытие такое, то есть в духовном плане. Почему это произошло в духовном плане? Потому что посредством того, что мы ели мацу, посредством того, что мы принесли жертвенное животное, посредством этого мы достигли такого раскрытия Всевышнего, Всевышний так нам раскрылся, что это привело к тому, что это привело к тому, что в мире чувствовалось полностью власть Всевышнего. Поэтому пишется «кибарахаам». Почему? Что сказал фараон? Фараон погнался за еврейским народом, потому что пишется «кибарахаам». Что слово «барах» объясняет Каббала? Еврейский народ, ему раскрылся в Египте сам Всевышний. И как мы объясняли в других беседах, что когда мы кушаем мацу, что такое маца? Маца – это хлеб скромности. Хлеб, когда у нас нету гордыни. Маца – это хлеб, когда гордыня вообще не существует. Когда берут тесто и кидает в него закваску, эта закваска и приводит к тому, что тесто начинает возбухать, оно начинает наполняться. Маца же, наоборот, не наполняется, то есть самоидентичность своего «я». И как мы уже с вами объясняли в одной из бесед Ребе, где Ребе объясняет важную вещь, Ребе объясняет, что
Алтаребе объясняет в Ликуте Тора, что было два вида мацы. Один, который ели до хацот, другой, который ели после полуночи. Одну то полуночи, другой, который ели после полуночи. Так вот та маца, которую ели после полуночи, она именно произошла, потому что тесто не могло закваситься. То есть, в принципе, невозможно было вообще никакая закваска, никакого теста. Потому что, когда открывается по-настоящему Всевышний, какая гордость может быть? Да? Когда человеку ставят пистолет к виску и говорят, или ты делаешь, у тебя есть три варианта выбора, да, или по-моему, или два раза по морде, да? То есть, поэтому, когда у человека не остается выбора, когда человек видит, что мы полностью подчиняемся Всевышнему, и когда Всевышний раскрывает море и раскрывает такие вещи, и там казни первенцев, все остальное, свое «я» куда-то исчезает. Мы все ждем, мы все надеемся, что Всевышний откроется таким, в такой силе, что мы ощутим его раскрытие, и тогда мы точно не будем грешить. Понятно, что невозможно грешить. Но это все возможно, пока есть раскрытие. Как только раскрытие заканчивается, мы становимся обычными людьми. Так сложилось, так часто Часто мы видим, что когда с нами случаются чудеса на какое-то мгновение, мы знаем, кто хозяин в этом мире, мы готовы все исполнять, но как только мы приходим к трудовым будням, постепенно это куда-то уходит. Да, такая природа нас, так получается. И теперь, что хотелось отметить в этом, очень важно, что то же самое произошло с еврейским народом, что посредством раскрытия маца не смогла больше кваситься, потому что когда раскрылся Всевышний, все элементы гордыни прошли, и все элементы вот эти ушли, и тогда получилось, что еврейскому народу и вообще открылось это невозможно быть закваска, потому что своего «я» никто не ощущал, ощущали все только Всевышнего. И поэтому евреи, когда вышли, подошли к морю, произошел такое раскрытие огромнейшее, что пишется при раскрытии моря, даже кухарка, да, как говорит Ленин, да, но это немножко не с той оперы, да, что даже простой человек, как кухарка и все остальные, видели больше, чем видели все пророки, потому что Всевышний раскрылся настолько, что все видели больше, чем все пророки. При таком раскрытии, да, при таком раскрытии невозможно, чтобы в мире не произошли изменения, которые мы не видим. Потому что, если мы говорим про деревья, то задача дерева – давать плоды и произрастать. Мы видим только потенциал дерева, мы не видим потенциал дерева, мы видим только семечко. Семечко должно испортиться, должно разрыхнуться, потом подняться, соединиться с землей, превратиться в дерево, и только потом идет плод. В мире же открытие, мы сразу видим плод. Почему мы сразу видим плод? Потому что изначально мы видим всю сущность, то есть раскрылась вся сущность мира. И поэтому это напрямую связано с Машиахом, что когда придет Машиах, мы увидим, что вся задача этого мира, все, что мы делаем в этом мире, для того, чтобы раскрыть в этом мире самого Творца. Да, и это раскроется. Даже земля, по которой мы будем говорить, она будет, по которой мы будем идти, она будет говорить, можешь ли ты по мне идти или нет, учил ли ты сегодня Тору или нет. То есть раскроется вся сущность этого мира. То есть мир сокрытия станет миром раскрытием. А при том, что мир сокрытия станет миром раскрытия, вот тогда-то и произойдет все вот эти перемены, которые нужны. И поэтому даже дерево должно, даже семечко должно превратиться в дерево. Мы увидим весь потенциал воочию. И поэтому нужно было рассечь Красного моря, потому что Всевышний показал евреям раскрытие, которое будет. И поэтому мы видим, что без этого чуда невозможно было обойтись, потому что когда в мире светит такая сила раскрытия, нужно, чтобы мир сокрытия раскрылся. И именно евреи своей сущностью прошли по суше, да, именно по суше внутри моря, потому что море осталось морем. И мы проходим по морю, внутри моря, море остается морем, и поэтому мы приходим туда, куда мы приходим. Теперь еще одна важная вещь, которую мы должны сказать, который вопрос мы задали. Почему мы не говорим молитву Шехиону? Интересную историю, которую рассказал Рав Ашкенази на одном из уроков. История была такова, что был Ребе Мебельц. Его вся семья, практически все хасиды погибли в Холокосте. И когда он с трудом остался живой, когда он приехал в Израиль, он очень сильно был худой, там, он очень сильно пострадал от Холокоста. И когда в синагогах пели песнь «Морю», да, вот при раскрытии моря, о чудесах, все постеснялись, потому что рядом находился человек, который пережил все горести этого мира. И
как можно говорить о какой-то геуле, о каком-то освобождении, когда у человека есть такие проблемы. И тогда что произошло? Тогда он показал всем, чтобы пели, он спел вместе с ними, промолились эту песню, и потом он сказал, почему пишется «Аз Йешир Мойша», «Тогда воспоет Мойша». Что Мойша запоет по-настоящему не в тот момент, есть комментарий, который был после рассечения моря, а в будущем он запоет. Когда в будущем, когда он поднимется Бетхиятом Этим, то есть когда мертвые вернутся в душу, когда будет воскрешение из мертвых. И когда Моше воскреснет из мертвых, тогда он споет настоящую песню, которую он поет. Почему? Потому что как можно петь песню, если из еврея вышло, из евреев, из Египта вышла только пятая часть Хамушим, Алу, Иудим, Эрец, Мицроим. То есть только небольшая часть евреев вышла из Египта. Все остальные погибли там. Сколько людей погибло? Как можно радоваться? И это говорит, что Моше будет радоваться по-настоящему с приходом Машеха. Так он это сказал, откуда, поэтому мы и не говорим, одна из причин, по которой мы не говорим Шехиону, потому что первые дни Песаха относятся к выходу из Египта, начало, а последние дни Песаха относятся именно к будущему освобождению Геула, который придет с Божьей помощью, с праведным Машехом, и тогда мы все вместе с вами сможем сказать Шехиону, Кеймону, Гиону, Резманазе, что мы дожили до этого времени, да, потому что это время то, когда мы по-настоящему воспоем песню Богу, то, когда по-настоящему встанут все мертвые. И так ответил Ребе Мебельц, да, что когда по-настоящему, когда поют эту песню, о будущем нашем избавлении. То есть у нас избавление – это непрерывный процесс. Он начался в Египте и идет до сегодняшнего дня. И это процесс, который до сих пор не закончился. В тот момент, когда он заканчивается, еврейский народ находится и освобождается от этого, тогда мы можем по-настоящему воспеть песнь Богу и славить Всевышнего. Именно поэтому праздник, седьмой день Песаха, больше соответствует будущему приходу Машеха. Именно поэтому, говорит Бааль Шем Тов, и говорили все наши раббеим, что в этот день светит свет Машеха. Светит свет Машеха, и мы выпиваем 4 стакана вина вечером, это у нас будет воскресенье, и говорим те 4 стакана, которые будут напротив 4 мер утешения, которые Всевышний напоит еврейский народ после того, как мы освободимся с Божьей помощью из нашего изгнания, и каждый стакан соответствует какого-то чаше избавления, потому что рассечение красного пишется, когда придет Машиах, то наполнится знанием земля, как море наполняет вода. То есть вот именно как море наполняет вода, и это и связано с рассечением Красного моря, потому что само рассечение Красного моря так не нужно было бы только для, оно нужно было именно только для того, чтобы в данный момент мы увидели это раскрытие и ощутили это раскрытие. И хотелось рассказать историю, которую я не успел рассказать, я слышал, настолько я восхищен, поэтому я обязательно хочу рассказать вам. История, которая связана с Кульским ребом и, по-моему, с Вижницким ребом, да, Вижницкий или Бельзовский, Вижницкий ребом. История такова, что как-то разрешили печь небольшое количество мацы, испечь небольшое количество мацы. И Кульский ребе, эту историю рассказал один в Америке раввин, я слышал его на уроке, вот, и Кульскому ребе было позволено испечь небольшое количество мацы. И потому что мацы было небольшое количество, и только ему было позволено испечь, он раздавал эту мацу таким образом, что каждый получал лист мацы на человека, а если человек делал общественный седер, он получал 3 листа мацы, да, то есть, и поэтому он раздавал так мацу, он стоял и раздавал мацу, кто, кому полагал, к нему пришел Вижницкий ребе и попросил, по-моему, это был Вижницкий ребе, попросил у него, сын его пришел, попросил для папы 3 листа мацы, он сказал, ну, папа же не делает общественный седер, я не могу тебе дать 3 листа мацы, он говорит, тем не менее, папа очень просит, он говорит, нет, папа просит, и так он от него не отходил, сердце Кульского ребе было очень мягкое, он не выдержал, и все-таки вытащил эти 3 листа мацы, и дал эти 3 листа мацы сыну ребе. Сын ребе ушел, вот он продолжил раздачу мацы, и что он видит в конце дня? Приходит опять Вижницкого ребе. И он спрашивает, осталось ли у тебя еще маца? Он говорит, нет, я отдал последний лист, пришла женщина, я ей отдал. Он говорит, а у тебя самого-то осталось маца? Он говорит, у меня самого
нет, почему моя кровь чем лучше, чем кровь этой женщины, которая нужна нам отца? То есть я раздал, он говорит, так вот эти три листа, мой отец почувствовал, что это этим закончится, что ты себе не оставишь, потому что твоя любовь к евреям настолько высока, что ты не оставишь эту мацу и раздашь эту мацу другому. И поэтому я, мой отец передает эти три листа, чтобы они были у тебя на седер, и чтобы ты смог провести седер. Это говорит о огромнейшей любви к евреям, о огромнейшем положении, которое есть. Это нас, эта любовь, беспричинная любовь приведет к нас, к избавлению, нужному избавлению из этого галута. Поэтому, дорогие друзья, я желаю вам, чтобы по-настоящему, вам, себе, всем этому миру, который необходимо это, чтобы по-настоящему пришел Машиах, и в этом мире раскрылась его слава, и мы увидели, что вся земля наполнилась бы им, и весь потенциал, который есть в этом мире, он бы воплотился, и то, что мы не видим, мы тоже увидели, и тогда не будет в мире ни войны, ни голода, ни холода, все будет идеально, это будет идеальный мир, к которому мы тоже с Божьей помощью стремимся, и мы видим, что уже мы можем соблюдать Тору в любом месте, где мы находимся, у нас есть возможность получить мацу, и поэтому, дорогие друзья, хорошего, кошерного вам Песаха, последних дней Песаха, чтобы мы встретили рассечение моря, чтобы мы встретили настоящего Машиаха, и чтобы мы увидели нашего Моше Рабейну, всех наших праведников, которые, которые находились в лапрахе, чтобы они поднялись, было воскрешение из мертвых, и они повели нас вместе, и спели мы споем вместе с вами эту песнь выхода из моря, вот, песнь свободы, который будет петься с приходом Машиаха, и тогда Азьюшир Моше, и тогда Моше действительно может спеть, потому что ло нидах мимено нидах, не будет никаких ущербов. Все наши бабушки, все наши дедушки, все наши святые евреи, которые погибли за то, что они евреи, они встанут и вместе с нами будут петь эту святую песню. Да будет воля Всевышнего, чтобы в этот Песах мы это ощутили, чтобы этот Песах был последним Песахом, когда мы находимся еще в изгнании, когда мы не находимся на своей земле, когда мы не можем выполнить все заповеди, не отстроен храм, чтобы это был, чтобы отстроен был храм вскоре в наши дни, и мы увидели это, и уже этот Песах привел нам нашего праведного Машиаха.